Большие сугробы, плохая видимость и собственная невнимательность при выезде со двора стали причиной аварии. Причина аварии на улице Кулахметова. По крайней мере, именно так произошедшее объясняет предполагаемый виновник ДТП. Водитель Toyota не пропустил Kia Rio. Мнение обоих водителей мы теряли Альбины Минибаевой. Ну, просто неожиданно этот передо мной появился, я задел его, все. Водитель Kia Rio Рашид Исхаков рассказывает, ехал на работу, направлялся с улицы Фрунзе в сторону Восстания. Говорит, правил не нарушал, но на улице Кулахметова неожиданно перед ним выехал автомобиль Toyota Corolla. Признается, чтобы избежать столкновения, у него самого не хватило ни времени, ни расстояния. Водитель Toyota вину признал. Нет, не увидел. Просто... Вы не убедились, получается? Ну да, машина стояла, я просто его не увидел. Мужчина признается, выезжал со двора, хотел поехать на работу, но спокойно доехать у него не получилось. Говорит, из-за больших сугробов и своей невнимательности спровоцировал аварию. Считает, что страховых выплат хватит для того, чтобы покрыть ремонт пострадавшего автомобиля. Авария, произошедшая в самый час пик, едва не затруднила движение на этом участке дороги. Участники ДТП остались дожидаться сотрудников автоинспекции. Альбина Минибаева, Нафиса Миниязова, Азат Самигулин. Вызов 112.